почему мы так идем? Как так, ногами? Потому что что? Мы держим социальную дистанцию. Влад, ты держишь? Ты очень медленно идешь, я задолбался тебя ждать, игра. Видишь, Влад, не работает. Так что твой пропуск распечатать можно только в этом. После карантина, да? После карантина и распечатаешь. Ну, кстати, видно, что люди очень много времени уделяют своей гигиене. Везде валяются салфетки. Для тех, кто не знает, салфетка — это не самый лучший способ продезинфицировать руки. Правильно, Влад? Слушай, я понимаю, социальная дистанция, там то все. Пропуск должен быть цветным обязательно? Да, цвета радуги. Флаг России на месте, слава богу. Так что те, кто думал, что у нас там захват власти или что-то, нет, все на месте. Ну, кстати, почта тоже работает, так что... Короче, вывод. Вот Ленин стоит. Все потихну. Более или менее. В общем. Ну, в основном все, конечно, дома. Вот. Идем. Мимо сквера. Мы туда не заходим, потому что... Мы законопослушные. Вот. Идем с магазина. Вот магазин. Дальше вот так вот. Он с ними как плитка по душу, она отваливается все. Ой, ой, ой. Карантин же. Просто не успели переложить. В смысле не успели? Только сквер сделали. Чего? Да. В общем, короче, вот так. Влад у нас как чувак с пропуском. Сегодня вот так по блату меня водит в магазин. Вот так. Влад, смотрите, как идет Влад. Он боится, что я заразная. А вот, так что. Может быть, я и заразная. Не знаю.